С 1 сентября вступают в силу новые требования к водителям такси. Для работы водитель должен выбрать один из вариантов – заключить официальный трудовой договор с перевозчиком или иметь статус ИП. Также возможна регистрация в качестве самозанятого, но только при условии заключения договора со службой заказа. Это принципиально новое положение. Запрещено работать в такси водителям с непогашенной судимостью или уголовно преследуемым за определенные преступления. Если служба заказа будет сотрудничать с водителями без разрешений, ее могут заблокировать в интернете. Такая мера будет применяться за передачу более 10 заказов нелегальным водителям в течение месяца. В Минэкономразвития Коми с 17 июля по 1 августа выдано 844 разрешения. Сейчас перевозчики продолжают активно подавать заявления на выдачу разрешений, сообщил заместитель председателя правительства, министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Евгений Пономаренко.